Я полагаю. Опа. Вам пора бежать. Ха-ха-ха-ха-ха, еда, это у Мао. Ага. Всем привет, Витёк здесь, и это Friday Night Incident. Версия 1.8. Мы с вами играли раньше, помните, там, где моя клубничка, мужик с топором, дверь, звонок, и тут история заканчивается. Ну а здесь, по идее, должна продолжиться. Завози. Знакомая физиономия. Помните, в первый раз она появилась еще, когда я играл в какой-то мод про цветочки против зомби. И еще зашел там какая-то дичь. Так и назвал видео. Ну давай, story mode. Трололовик. О, либо тролл, либо хард. Но, видимо, хард. Хард сложнее, чем тролл, скорее всего. О, ну написано, что нужно начать все-таки с первой недели, потому что там что-то изменилось и добавилось. Так что заходим. На-на-на. О, дядя Ти. О, girlfriend, моя маленькая клубника. О, так давно тебя не видел, как ты? О, у меня все хорошо, Анкл Троллфейс, дядя Троллфейс. Я по тебе очень скучала. О, я тоже о тебе скучал, Роза. Извини, что так долго не приезжал в Америку. Я был очень занят. О. А, это должно быть бойфренд, тот, о котором ты говорила так много. Я так рад наконец-то встретить. Меня зовут мистер Трололо. Я дядя гёрлфренда. Упс, я забыла сказать, что он говорит так. В общем, он так разговаривает. А, ну ладно, хорошо, я понимаю. Ты, говорит, ошеломлен. Да, ты увидел, какого я размера. И прихренел. Ну что, дядя Троллфейс говорит? Какие планы? О, я так рад, что ты спросила. Я хотел немножко попеть с тобой. Как в старые добрые времена. Так что я по этой причине принес... Та-да! Колонки и микрофон. Ура! Мы так повеселимся! Бэв, готов? Да. Ну что, что мы же споем сначала? Ну давай одну из моих любимых. Ну как скажешь, клубничка. А ты как, бойфренд? Отлично, ну давай, повторяйте за мной. Нормально, я прям перевел с лету. А че это он говорит, повторяйте за мной, а совсем по-другому накидал? Ну это такая простенькая песенка. Дальше-то помните, какая там движуха музяка лютая была? Сейчас посмотрим, она тоже, говорит, поменялась. Частично. О-о-о-а-а-а-а! Как раз нормально для разминки, а то я давно в FNF не играл. Фу. Реально как разминка, отличная песня. Но по звучанию, если честно, мне не очень нравится.
О, она подходит к концу. Слушай, ну если весь мод такой сложный будет, я тут немножко припотею. Что-то, короче, первая песня вроде не быстрая. Там что-то мельтешение просто туда-сюда. Это было так классно, вы так классно справились. Оба. Спасибо, солнышко. И я должен сказать, бойфренд, ты классно спел. А, почти так же, как ты, когда была молодой. О, блин. Ты в порядке? Да, дорогуша. Моя грудь просто тяжела. Может быть, аллергия? Да, бойфренд, все будет хорошо. Может быть, мы можем что-то еще спеть, а потом отдохнем. Ну, что хотите спеть? Я выбираю. О, спасибо, бойфренд. Я спою песню с тех тогда, когда, в общем, солдаты и так далее. 3, 2, 1, go. Он сказал, блин. Сейчас прокашляется, смотри. Мэн, блин. Ой-ой-ой-ой, сейчас мне это повторить надо будет, да? Да-да-да-да. О, сейчас начнется. Готовьте свои глазки. Хорош, неплохо сыграл. Ну, понеслась. Дядя Тролль, ты как? У меня хреновато, клубника. Иди на кухню и принеси мне полотешку. Я не знаю, БФ, никогда такого раньше не случалось. Дядя, я сейчас быстро кабанчиком метнусь. Погоди. Я никогда не чувствовал себя так раньше. Как будто бы меня тысячу раз засунули в сундук и перевернули. Я не уверен. Я думаю, нам надо позвонить в скорую. Бойфренд, он что? Нет, этого не может быть. Какой звук классный. Дядя Трололо, ты в порядке? Клубника, помоги мне. Ага, как раз вовремя. О, как я долго ждал. Они, говорит, нас игнорировали слишком долго, а теперь я восстал, я прибыл, в смысле. Дядя Трололо, о чем ты говоришь? Что ты такое говоришь вообще? Я полагаю... Опа. Вам пора бежать! 3, 2, 1, go!
Нажимая на топор, сразу гейм-овер. Давай нажмем на топор. Воу! Я не помню, какая песня была до этого в моде, но это классная. Ух, чуть я под топор не нажал. Извините, извините, извините. Нервы. Слишком крутая песня. Оп. Ух. Пригнулся аж. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Взял, словил топор опять. Да какого? Зачем топор ты нажал? Ты, боже мой! Да чуть-чуть же оставалось же. Случайно прокнуло. Взял и нажал на эску. Сложный момент-то прошел сам, мне кажется. Вырубай, говорит, топоры. Давай, переодевайся уже. Я знаю, что там в тебе гигачат сидит. Ух! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Еса! Куда вы вдвоем побежали? Я с вами еще не закончил, синенький парень! Опа! О, куда вы делись?
Вы что, не хотите помочь бедному дяде Ти? И вот здесь в прошлый раз заканчивалось все. Папочка, что-то серьезно неправильное с дядей Ти. Я не знаю. Я не могу сейчас думать нормально. Где мы? В каком-то месте называется Аврора Вудс. Пожалуйста, плиз, пожалуйста, поторопись, я не знаю. Я не знаю, что делать. Это раньше никогда не случалось. А ты знаешь, что это такое? За нами пришла Аврора. Отлично. Так какая сложность-то лучше, хард, хард или тролл? Ну ладно, хард. Так, дядька, тетка Аврора. Бойфренд? Что происходит? Ты думаешь, дядя Ти... А, пожалуйста, можешь остановиться? Это не время. Хорошо, хорошо, чуть он заговорил. Извини. Черт. Я просто... А что это, говорит, я нормально заговорил? Какого? Что это за фигня? Ой, я не знаю, Бэф. Может быть, нам пора бежать? О, черт, он ей микрофон закинул в рот. Фокус, сосредоточься. Вот это Джо был референс, да. Ой. Как хорошо. Ой, какой у него голос классный. Всякая клевая. Надо было предупреждать. Это мне вначале предупреждали, что здесь будут всякие страшные вещи твориться. Второй раз не так страшно. Я как Аврора головой в разные стороны сейчас буду шатать. Хорош. Прикольная песня. Она еще жжет без зуба. Прикольно. Она все еще за нами? Да. Она добирается до нас. О, черт.
Выглядит, как будто говорит только Кулгош да Кости, а у нее очень много сил. А это что такое? Это большая задница дерева. О, спасибо тебе большое, мистер Три. Мы не знаем, как долго мы смогли бы еще бежать. Да, спасибо большое, чел. О, наслаждение все мое. He has been quite a nuisance ever since he wandered into my forest. Well, thank you, Mr. Tree, for... В общем, он был занозой в заднице, когда залез в мой лес. In fact, there is a way you two can be of use to me. Так. I would like for you two to be the next host for my spore. Говорит, а мы можем, говорит, что-то тебе сделать? А почему ты убил его? Чтобы быть уверен, что он вам ничего плохого не сделает. Очень говорит, мы, говорит, сможем как-то тебе помочь? Вообще-то да. Говорит, а чё, это всё? На самом интересном. В общем, вы для нас, вы будете, говорит, пристанищем для моих семян. Они такие, А зачем это мы убил, чтобы он вас, говорит, не покалечил? И чувак, где продолжение? Все это, елки-палки, а ты что-то... Господи, я только разыгрался. Может, во фриплее продолжение какое-то есть? Glad, Prepare, Evacuate, Aurora. О, нету. Так, песня Screaming 3. Вроде как такая есть. Так, как там грузить, я забыл. Reload Audio, Reload JSON. Так, какая-то песня «Кричащее дерево», которую я посмотрел, во фриплее нету. Мне кричат, что вроде как это то, что надо. Давай посмотрим, что это. 3, 2, 1, о боже. Я в лесу. Ну, видимо, нету еще моделек, да? Фото Даниэль Мерли. Недоделано, да. Но музяка уже есть. И чарты. Какое музыкальное дерево нам попалось. Нифига себе, тут наваливает. Бам-бам. Музак прикольная. Поехали. Радужный Трололо. Выглядит жутко. 3, 2, 1, Трололо против Трололо. Боже, что это? Чержот.
напоминает какую-нибудь там песню Смоки и что-то такое. Помните этот лютый угарный мод про Моки? Хоу! Как будто я сам пою. Я также пою. Такими переливами. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Че ржет на разные мелодии. Блин, жесть, дичь полная. О, да. Смотри, 12-9-9-9-0 набил. Ёньки-сплоньки. Погнали. 3, 2, 1. Боже, эти звуки. Не страшно. Можно я вообще вырежу все эти песни? Потому что дальше должно быть лучше, я уверен. Мимасики пошли. Какая музыка, а? А вот это уже весело. Звучит хайпово. Чат понимает. Боже, какая лютая дичь. Капец, как будто меня изнасиловали в уши. О! Ремениски. Какие-то ремениски. Карапта трололо. 3, 2, 1, 2. О!
Вот это нормально. Надеюсь, топор он не достанет. Нога затопала. Очень много стрелочек, очень быстрые. Нормальный такой проигрыш, да? Вот там электрука бахает. Давай, навали, навали, навали! Внезапно. Я бы сделал потише голоса в этой песне, погромче именно вот фон, который идет. Ну прикольно звучит. Неплохо. Троллингай. Ну давай. А там еще есть. Давай, троллингай. Знаете, к чему отсылка? Я думаю, вы угадаете. The Drunken Clam. Бухнувшая устрица. Боже, вы посмотрите на лицо ГФ. А на лицо? А чё, пиво можно брать или нельзя? Я хочу пиво собирать. Смотри, он уже косой какой. А, нельзя пиво набирать. У него здоровье начинает сильно тратиться. Блин, прикольно. Когда пересмотрел Гриффинов и ФНФ. Все, ладно. Бухашку нельзя брать. Пить вредно. Блин, это лицо бойфренда просто великолепно. Взяк клёвый ещё. Здесь такой ритм четкий прям в песне. Это помогает, между прочим, не получать пивко. О, ты смотри, кто запел. Питер, блин! Кричит чат. Теперь
Бериджо, да, они сейчас все запоют, я чувствую. Да, давай, все. А, все, 10 секунд осталось. Не запоют, нет. Не запоют, нет. Прикольная песня, кстати. Мне понравилась. И про пиво веселая штука. Получилось. Так, Resurrection у нас еще. О, там еще и корпоративчик есть. Вот решение. Funkin 000 или Dude. Funkin Dude. Давай, что-то лютое, смешное, кринжовое должно быть. Боже мой, это луна. Глаза ГБФ, смотрите. Когда он тянет ноты. Нормально дэнсит. Стрелки подтанцовывать стали, смотри. Включаем Шазам. Он мисает, спрашивает? Ну иногда да. Я ж первый раз играю в эту песню. Драйвовая песенка. Я что-то все время сидел и плясал спиной. О, and the winner is корпоративчик. Сейчас авторские права придут. Сто пудов. Это классика. Прикол. Прикольно. Так, ну что, вроде все, да, посмотрели. Ну, надо, наверное, глянуть пару каких-нибудь смертей, которые кажутся, возможно, уникальные, да? Например, вот здесь прям. 3, 2, 1, go! Такой чик-чик-чик-чик на измене. Так. Надо ли здесь смотреть? Ну, давай глянем на первых песнях, я же там не умирал. 3, 2, 1, go! Ну, стандартная. Да, вот здесь что будет интересно. 3, 2, 1, go!
You die to Mao. Но здесь мы с вами пивасика напивали, да? Давай попробуем просто пропустить. Музяк классная. А, смотри. Man, I think he's dead. Is he dead? I think he's still breathing. No, no, you got it all wrong. He's sleeping. That way, we don't have to go through the trouble of hiding the body. Hide the body? Yeah, get rid of the evidence. Haven't you watched those crime shows? Well, you don't let me watch the TV, so I don't know. That's not true. I share, especially when there's something in it for me. But I don't get anything for you. And that's why you don't watch the TV. Его, говорит, надо закопать. Блин, вот это вообще бомбическая смерть. Все. Вроде поиграли вдоль поперек, даже секретную песню нашли, там в лесу где-то послушали, как битва с древом будет осуществляться. Порофлили, блин, тут, конечно, в конце песни такие они классные, так ржачь, улыбка прям не сходит с лица, я сижу, у меня скулы болят уже от улыбки. Ой, это классно. Прикольно. Конечно, хотелось бы больше именно по истории продвижения, а то так, как у кусочек кинули и все. Но все равно круто. Круто. Это был Friday Night Incident. Балдеж, он пишет в чатике. Да, прикольно. Я позитивчик получил. Мне понравилось. Надеюсь, вам тоже. Лайки подгружайте под видосик. В описании ссылочка на плейлист Friday Night Funkin'. Там в последнее время выходят только умопомрачительно великолепнейшие моды. Так что можно посмотреть с удовольствием, с большим. Ну а пока не забывайте про телегу, кстати. В телеге есть все. Даже оповещение, хотя сегодня я забыл про него. Все, ладно. Пока-пока.